после... Ну, Саня, я тебе нашел это. Лолиту? А я пойду в Арам играть. Ой, фу, нет, все. Ты не нашел. Мне какой-то лог с Этерналов пишет. Есть кто-нибудь из офицеров онлайн? Напиши, что нет никого, все ушли. Видишь, наша гильдия распалась. Big Boy Damage, я, ну, надеюсь, тебе пишет, да? Не, какой-то пиро. Бласт? Пиромансер? Я же забыл, как игра называется, в которой пиромансер есть. Которая... а-ля Overwatch. Team Fortress, Team Fortress, ебать. Просто из головы вышло вообще напрочь. Бля, можешь в Overwatch поиграть? Жека? Рыбу поставил? Рыбу поставил? У меня вкуснее, ребят, кушаем. Сказал все вопросы в Дискорд, в заявке, вся хуйня. Могу, если могу, скинуть Дискорд, говорю, если интересуется. Да, задача. У него татарская, у меня башкирская кухня. Камка туган я хуй. Эй, блядь, так дигинды. Блять, опять РЛ душит. Сложных боссов отправляет. Анозер. Погнали. Догонит Джек. Вас хита нет, если что. Почему? А, он где... а, на него корни кинулись. Бля, давай не надо. Он не добежит до нас. Стоп-каст. Почему я по Фрейе ебашу? Кто не знает? Дерево. Бимы. У кого огонь? Не. Кама водный синдор грузовой. Кама водный? Кама водный. Левый. Кама водный. Кама, братишки. О, пацаны. Без там дерево, дерево, дерево. Инфернал дайте кто-нибудь. Нужен Боб, блядь. Боб! Дал, дал. Спасибо. Я завис. Хорош. Ебать. Мадам, ма. Давай, ма. Кнопт какой-то. Ты отвис? Ну, у меня FPS в ноль упал. Сейчас вроде нормально. Дай Берхус. Рибав дайте. А без долбоёб стопнуть не может, блядь. Да. Верю. Там какой-то обиженка, походу, сидит на сакростриме. Что хочешь? Я забрал. Ну, вопрос не, на... не видишь, что ли, кинул будет, блядь? Не, я пока не смотрю. Воу! Топкаст. Дал, хочешь? Блядь. Водному стопните, ебать, ну чё? Да бей, блядь.
Ежи просто кайфа не достигну, ежи по одному не стукну. Дерево. Вы меня на хуйню вот подбиваете так. Тварь получается. Получается так. Блять, бес вообще что-нибудь сегодня бить будет, блядь, либо. Что-то вообще долго ехать, да? Что потерял? Деревяшка. Что нашел? Если я мастер дам на тремор, можно дальше кастить, да? Дерево. Долго ехать, да? Где заезжал? Смотрел вертолеты? Это, блядь, плохо, блядь. А, нормально, блядь. Ларек-марек? Ларек-марек. Так. А физофазотрон смотрел? Сынок, стоп, не поправи. А я на одном КП, где СНД обновляю. А я так, я что-то дальше кастану, вроде... Работает мастер? Да, блядь, топлю, блядь. Дерево, дерево. Я не понял, только одни мелкие были, да? Да, да, да. Еще один был. Хорош, тогда мету посолим. С БЛ-чиком, давайте с БЛ-чиком, ебанем. Мелких и фрею сразу. Дал ход по один пах отоплет. Такое чувство забивается. Провисим? Нет. Понял. Не лагает что-то. Алло. А дайте Боб. Это будет жестко. А что, мы БЛ-то не бахнем под босса уже? Надо было сразу, да? Да не надо, сейчас пожарный будет. Ну похуй, откатись, там же это. Ладно, забей, я виноват. То откатись, мы следующий пожарный вьем. Да, я понял. Дар. Я виноват. Не прочитал твою стратегию гениально. Да, его активировать надо. Меня лагает хуям все нахуй. Убьем ее до бомб? Нет. Бля, пиздец лагает. Чё за хуйня, блядь? Забудь завтра. Мне сфоткай, что. Дерево. Желаешь, Семён, взял. Давай, налево идем, налево. Короче. Так, что там? Пиздец, один лям остался, накинула бомбы, блядь. Клоу. А лук? Вы что, Фрея в Хейме убили? Какие? Сами. Фрея в Хейме Эльдар убили, серьезно? А ты, Ларь, видишь этот наш? А то. Если видишь, ларьки мне. Блять, это 9 минут был. Если чё, Кенс это может делать уже в гильдии 2 человека, как минимум. Да, я себе возьму. На 4. Мэйби у тебя же... А, у тебя же... Ты же крик. Да они стоят 500 голды этот рец на луке. Да я не продать. Нет, я ошибаюсь, если надо, купишь.
В этой гильдии все, если надо, покупается. Че купить хотят? 38 в видях. Бля, продаю, пацаны. 300 тысяч. Кинс, спекни с хила. По мелочи-то я могу взять. А че, вы вчетвером не прохилить? У нас был КД, мы вторую фазу не прохилим. ЛМ поможет на вторую. Не надо. Мне надо быть. Я сегодня, блядь, в соло десятку отхилил, а вы в 4 не можете. Ну, я сейчас бы десятку справлю. Да, а ты вот ее хилил в соло? Ты ж всегда с санозером ее хилишь. Угу, всегда. Когда со мной хилил, считай, в соло хилил. Ну, нормально. Один раз. Я с Юки хилил один раз. Я не помню, кто это даже. Ну вот, лучше не вспоминать. У меня сегодня друзья добавлялся, я его, блядь. Как страшно, что он забыть хочу, блядь, этого друида. Как? Юки? Юкио. Юкио? Юка. Я знаю Юку. Нет, если Юки, то это вы как из видишь, дневника будущего. А наверху крыша бывает? Шкаф дать? Так, я слева танчу с... Ой, хилю вместе с Анозером. Я вы справа втроем. Да, я в дом зайду, посмотрю. Пам-пам-пам-пам-пам. Эвил ДК. Подозрительно. Ты здесь ёпусь. Стыкайте. Синтор, ты чё такой токсик? Ну, у меня здесь такой полипал сейчас неподготовленный. Он типа да без сухи. Возьми третью ауру, блядь. Блядь, опять сложный босс для демона. Может спекнуться, нахуй. Пошли все в пизду, блядь. Мама, трогинь. Кем? День рождения считается? Все бафы есть. Аккумулятор автомобиля. Каску дайте пацанам, он просит. Просто забор заканчивается на этом месте сейчас. Я тебе ничего не говорю. Опа, таблет. Дали каску? А ты дашь кин, да? Ладно, поехали. Да. Все? Отпускаю. А вон в тот здание входил. А, там, блядь. Я тебе говорю, что... Я думал, это другой таймер. Значит, там тоже искать надо. Мина. А, в натуре не приносит мало. Нефилима, горишь. 5 секунд огонь. Так, руки взяли. Можно постоянно прилезть. Там это же богатейшее место. Понимаешь, это богатейшее место. Во. Огонь 5 секунд. Подождем, что ли? Бенви захил. А у меня до хрена. Потом встанешь. Пошли. А дай-ка обсерву. Когда там тушение? О, бля, зомби. 2 секунды. Переводите. Давай. Ко входу сразу. А чё, Бенви 2 раза умер? Да. Егор Бэр, Бенви. Быстрей ко входу. Не вставай. Ребаф дали Бенви? Иннер кинем, Игорь. Я имею в виду этот надо, на снайперку. Сейчас опять туда же пойдем. Че Синдор там отлагал?
ТПС не хватит, надо. Давай, Бэр, Хокс. Ты сам сказал, беги. Пошли ко входу сразу. Сказал, 5 иди, секунд. Туда, ищи. Как я в огне, не стойте только. А ее не было сейчас. Рибав, дайте Синдору. Я подходил. В доме, в доме. Рибав, Синдору, дайте. Я хотел в дом зайти, в многоэтажку. Фул. На себя, Кен, Кен, уйдите. Кен, уйдите. Ну кто? Кен, Фейс. Ёбаный ты в рот. Что? Бэйл, на себя частицу. А, Бэйла нет уже, блядь. А, нормально. Сейчас мели. Все первые мели. 5 секунд. Мели, пошли. Даю сокро. Вышли. Что один какой-то слишком сзади. Это мой. Следующий. Сейчас бараш будет 2 секунды. Он пустой. Бараш. Я за спину. За спину. Сразу. Вышли. Отлично, огонь. Сразу рассосались по кругу, потом как закончится. Рассосались. Ой, даже до ДЗ когда играешь? Вот видишь, как он называет, блядь. Туши. Хорошо. Следующий, где попало, похуй вообще. Но поближе к боссу, типа недалеко. Мастер даю. Подошел, одна пустая была. Все, вышли. Он еще его и потушил. Лол. Он успел в конце его потушить. Гимн на ХП, монотайт. Огонь туда же, в центр. Гимн на ману, если еще подстанет. Не слушайте его. Блять, а я что сказал, на ХП? Да. Я дал. Пошли да. в центр. Выпрыгнули. Эльда. Эльда. Егор. Алла. Он стреляет у Егора, что ли? Да. Направо пойдем, если что. Бомбот. 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 Давайте к стене, чуть ближе к стене. Не обязательно прям к стене, чуть ближе. Бумбота убьете? Пошли ко входу. Парни. Хорнус тут. Я не могу продиспелить, у меня сава. Уходим, я тебя снял. Уходите оттуда. Стоим тут возле входа. Кто-то взял лут с него? Садили уже. Ко входу скиньте. 5 секунд. Ушли? Диспелил. Уходите оттуда. Посадили. Переводите, наверное. Сейчас к стене, ко входу. К стене, прям к стене, вот возле него. Ушли отсюда. Сейчас они потушат и заливать их сразу. Эй! Пнули всех, блядь. Заливайте их сейчас, как потушат. Подождите, пусть это тушит. Все, заливайте их. Туда же скидываем, пошлите. А вон еще один там есть. Гуляет. Так придет, потушит, получается. Да, ставьте его. Пускай не мешает. Налево пошлите. Ну, лобанный в рот, нихуя себе, блядь. Шарик, ушли от входа, шарик. Все съебались. Вот и бейльчик. Кайф. Сейчас мины будут, аккуратно. Мины там, мины. Отводи. Огонь. Залейте этого, блядь. Бараш, за спину. Залейте сигнально, вот прям за этим, за боссом. Убейте его нахуй. Сало кидает. По низу больше урона. Огонь скинули возле кнопки и пошли налево. Пошли. Шоковый.
Шок вышли. Там шарик ушли, шарик ушли. От синего шарик ушли. А, по голове чуть больше урона. Огонь скидываем и ко входу идем. Ракеты. Дай сокрукин. А, ну-ка. Центр еще попробую. Ну да. Сейчас бараш будет. Голова, пацаны. Голова больше урона. По голове отошли. По голове. По голове центр. Центр. Бараш. Да. Центр. Добивайте быстрее. First try, получается. Бельчик-то хорошо, Эльдар зашел, не? На третью. Ну, ой, на четвертую. Ну да, потому что 5 хилов. Да, ну нахуй, дожили, блядь, до этого момента, блядь. Кенспони ГЦ, блядь, треня топовая. Дайте на мага по-любому топач. Ой, блядь. Дисконт. Плащ отдайте Хоксису. Ёбаный стыд, неужели это говно поменял, блядь? Хоксис, у тебя есть руки на танка? Т8. Хоксис. Отдайте эти руки Хоксису. Няшер. Алло, ты слышишь, Няшер? Да, слышите. Отдал же? Нет, Фейсу отдал. Или там двое таких? Там два таких. Окей. И плащ ему отдать? Где он вообще, блядь? Я могу играть эту спектру? Блядь, как пацаны, блядь, на вопросы, когда им задают через или конфигурацию, отвечают да. А, ты сижу, блядь. Чуть я не вижу нихуя, блядь. А он стримит. Это, скорее всего, твое последнее сообщение, ответ, типа, да. Что ты хочешь от меня? Да я тебя не вижу в Дискорде, думаю, ты бы съебался, думаю. Ты вряд ли, наверное, пустой, мне кажется. Че, блядь, нахуй, блядь? Ты этот проебал, что ли, там? Да, нет. В героях? Просили стрим, блядь. Не, я тебя в Дискорде найти не мог. Ты обычно в конце... Не, у меня что-то пиздец рарный стрим, потому что, блядь, я не знаю, блядь. Ни у кого больше нет такого экрана. Смотреть с этими черными полосами, блин, как будто ты кино смотришь какое-то про трансформеров с Майкл Бэем, вообще не круто. Есть, интересно, еще хоть кто-то у нас в гильдии с таким монитором? Это форматное, короче, кино. Нормально все, что? Все дела. Пацаны говорят, нравится. Включи, говорят, посмотрим. Кинематографично. Не, меня прям бесит эти черные полосы, умораживают. Я вот этого Фучермена смотрел, блядь, там первый сезон, второй сезон, типа, 16:9. А потом хуяк, блядь. И резко начали вот так с черными полосами ебашить, такой, бля. Еле досмотрел. Это, знаешь, поэтому это я купил бы, такой монитор. Это как будто бы вайп рейда, это по сюжету так должно быть, короче. Самое смешное, что, типа... телеки не продаются такие широкоформатные. В основном продаются 16:9. Хуйни, блядь. Телеки продаются, но они стоят ебануться. Сколько? Так, кто не знает, как называется прок этой витрине? Ну, вообще, Няша, типа... Я задавался этим вопросом и искал такой. Самый дорогой телек в России за 6 лямонов, который вот этот кусок говна от Sony, короче. Который весит, блядь, 100 килограммов, там, блядь, с диагональю 105, что-то там. Он 16:9. Самый крутой телек, который есть в России, 16:9. В продаже. То есть, типа, хуй знает, зачем они вообще так снимают. Вот эти широкие форматы. Это так уебично смотрится. В кинотеатр приходишь, блядь, а все эти гобелены, блядь, 16:9 тоже. Эти черные полосы смотреть заебало уже. Проекторы тоже выводят 16:9. Они, блядь, продолжают снимать 21:9. Эй, кстати. Да, повезло. Ну. Я призвал про свой кож, блядь. Ну, Вов играть пиздато должно на таком мониторе. Не так, как ты, Няшер, играешь, конечно.
во все играть пиздат на таком мониторе. По не, сравнению 16 на 9. Так ты выводишь 16 на 9 вов через аддон, а сбоку оставляешь черные полосы. И получаешь шикарное просто место, миллион для необходимых аддонов. И при этом полный фокус на картинке в центре. Охуенно. Хоксис. Хоксис. Потом читаешь. И я покурю. Пока есть время. Тоже отвечаю, Нори. Тоже отойду. Да, все пошли. У нас, блядь, такая пьянка пошла. Ты же кайфанем нормально. Йога, сука, перерыв, тварь. Слышь, тварь. Что ты обижаешь, ребят? Тварь, ты, блядь, не оскорбительное слово. Сейчас тебя опять Димайс уничтожит просто. Морально задавит. Что ж ты, ой, все скажешь снова его в мутке. Ой, бля. Не, ну реально, когда ты оппонента кидаешь в мут, это звучит такое все. Квадрат, этот, вшип. Чё? Сапнули. Крестик в этот. В репу. Луну вторую репу. Луну репу, изи катка, крестик кен. Поехали. Грипп и череп. Крестик потом тяните сразу. Репа закончится потом. Какие же метки на второй пак будут? Ты голову продал? Все, берите этих АОЕ заливать. Давайте на те метки такие же. Поехали. Там сапать не надо. Что го, гриппы. Бля, на нем луна была, а нет, не было. Бейте пиро вот этого, без метки. Угу. Снимите этот бан, залетел. Не знаю. Спортус, если он зеленый, ёпта, ставь. А, кстати, в личкинге же не было вот этих статус-эффектов? Типа вот, когда не мотай, он тебе по центру экрана пишет. Нет, нет. Да хуя чего не было? Что тут есть? 70. Балбес не докачал гильду, какашка. 70. Квадрат давай. Блядь, не в того порчу дал. Будем луну бить. Квадрат старик, что ли? Болтать. Я там эти хочу все, знаете, медики продать все.
Чего? Тогда оставайся здесь. Тогда справа езжай, блядь, так быстрее, блядь, без завидим. Гоболь шел. Опять, блядь, чел пришел, который Зиенда хейтит. А, кореш шел. Мне кажется, это Юка. Почему-то мне кажется, что это Юка. Да хаза, чё он, почему он Зиенда хейтит? Схуяли вообще. Кама, брат, я тебя защищал. Защищай. Кама, братишка, иди. Защищаю. Защищай. Защищал. А нахуй ты меня уебал? Понял? Так, я в Доваран. Пиздец, блядь, Каму всем защищаешь, пока. Да, он меня взял, уебал, блядь. Ой, Рэла, вали, блядь, всех, кстати. Я пьяный был, блядь, контрольный отдавал себе. Ёбаный в рот, дай камень с костры. Да, блядь, я сейчас бабу нажму, мне похуй. Понял, да, Няш? Погнал. Кто Рэла статиков уебал? Ну, видишь, никнейм написан. Ага. Ха-ха. Ты что, блядь, за хуйня? Сука, казах. Охуенно отошел. Казах уничтожил просто. Метки нет. Черепа. Череп гриппать. Няшера, вот эти навары нормально будут? Плечи. А чё? Ещё топовые. Не, ну я серьёзно. Ловкости есть. Там мой безобрал. Сумасманить. Сейчас. Трэш добьем. Да. Так, я с Егором хилю тогда. Остальные ДД. Ладно, Нозер тоже. Уж хили остаться, чтобы не прыгать. Я тебя нахрен. Полетело. Травы были там. Пройдешь или мне отстреливаться на улице? Что, мне отстреливаться и сам пройдешь, да? Весь район бежит. Бля, вот Егора спасать некому уже. Хотя Хокси сможет. Ой, его забанили. Сука, точно, он же дерево. Сейчас разбань. Ебашь. Так, а этого можно забанить? Это не. Танк. Это значит, нахуй упает. Танка бьете, дебилы? А он все равно не пробивается. Кав поставьте. Соломка? Что за хрень? Шкаф. Нихуя, блядь. 15 тысяч онлайн сейчас на сервисе. Где 15 тысяч онлайн? 15 тысяч. Где? Ну, 4 тысячи Орда, 4 тысячи Альянс, типа, и Ренегатов 6. Охуеть. Сколько онлайн пишет на сайте?
Не знаю. Откуда столько ренегатов? Ну, я сейчас чекнул ренегатов, типа там 6. И 4000 орды, ну, то есть это уже 10. А там еще чекнуть можно этих альянс. Ильдар, посмакуйте там этого Йоксарона с Везаксом. Дайте это, да. Мне 7 полосок осталось. Блять, ёбнулся. А? Дайте, Симон. Мы можем еще собрание посмаковать. Да, да. Собрание какое-то хорошее. Ну. Так, в смысле, в Арнас это сервер Сироса, в смысле. Как Ашенваль. Ильдар, а сколько текста осталось этих хуйней? Блять, каждый раз будете спрашивать? Да. 6000. Ты долбоёб или пидорас? Ладно, 70. Жака, 70. 70 плюс 10 сколько будет? 70 плюс 10, 80. Да. А если еще плюс 100? А, Эрик, еще плюс 100 будет столько же плюс 80 и 70. А что ты с ним сделал? Что он с его услал? Давайте. Посмотри, он не был такой. Что ты с ним сделал? Трезот готов? Он был новый. Нет. Чего? Пацаны, сделаем тенефобию в этой жизни, нет? Метку это поставьте. В десятки сегодня сделали. Я не могу метку ставить. Поставьте. Кого сделать надо? Парня, что сделать надо? Поставьте метку, пожалуйста. Я не могу, у меня я революция. Ильдар, ставьте тенефобию пока. А сейчас бы в десятки. Самый легкий ачив в этом инсте. Так что, метку поставят или мне ревогнуться? Да не могу я ставить. Ёбаный, ладно, сейчас. Я уже прописал. Давай ты пишешь. Не, так ревот, но не помогает. А если я поставлю? Поможешь. Бегайте без метки, блядь, маленькие, что ли, нахуй? Да не помогает. Вон, на мэйби поставил, бегайте за квадратиком. Не, блядь, я не могу, не. Да. Не. Поехали, блядь, поехали. Кто-то поставил просто. Понял. Куда убою? Имп кританул. Блять, альт зажался. А кто мне сальву? Я ты... У меня альт зажался. Заебись, блять. Че, Зенит не оттачил босса или что? Да, да у меня альт зажался, короче, и этот, не знаю. Убивает такая хуйня. Скажи, Зенит, то, что не срал. Понятно, все, уже обосрались по лбе, спасибо. Это же по лбе, блять. Там лоэт, это пар в мели. Метка. Вот это, кстати, хуйня заебала уже. Бывает такое, раз там в 4 дня в игру зах... Блять, пары! Раз в 4 дня там вот это альт зажимается и... Сюда приезжаешь, что пиздец. Это она у тебя чисто по часам зажимается, да? Я не знаю, ну серьезно зажимается хуйня, короче. Я думаю, че хилить не могу, я короче. Не смотрел, да. О, еврей туда же, блядь, к балбесу. Да, видимо, уже похуй. О! Пары мили. Все локи, короче, смотри, полетали. Почему? Я не полетел. Не пары получил. мили, пары, блядь. Я не могу бить. Вы Везаса смакуете там, нет? Знаю, что-то... Я не замечаю разницы. Чтобы, ну, есть, конечно, лучше графика стала. Да они разрешение кустали больше всего. Я знаю. Дай кап. Да и так зачем? Ну ладно. Еще минуту ждать. Сейчас будет поворот налево, да? Свои турбины закрыл, а тут открыл, блин. Мили опять пара идет.
Иди в жопу, блядь, заебал ты, блядь. Так, там заявку сколько оставили. Ретрик, Холипал, Протпал, Бабладин. Текущий контент знаю весь. Трайли Алгалона не смогли. Почему так много паладинов? Да? 20 секунд до моба. Вы там не убейте босса, блядь. Проезжает? 10 там секунд. Бенви, метка. Пиздец ты направо. Настя, здесь, значит, в этих домах могут быть прицы, да? О. Мобяра. В этих домах тоже прицы, не бейте пока. Сейчас после следующего сокрушения. Поехали, Белл. Мне Филимин дал Сальву. Какой-то крик странный был. Каплин. Как будто Таркин здесь. Дал. Мне просто показалось. Во-во, слышь, Сака? Сейчас это... Чекнем мои трени? Надеюсь, там супер ДПС, на? Ну, вот просто чекни. О, треня. О, вант. Бля, хорош. Бля, ну меткость, надо критический удар больше. Да больше. Ну, блядь, у меня меткости, но не хватает. А так у меня кап. Я не мажу, понял? Понял. Ну, блядь, критический удар, конечно. Синдор первый, GL второй. Блядь, я хуй знает, напишите свои цифры, чтобы в прошлый раз какие заходили. Так, медведю отдайте, Хоксис, у тебя что за тренер? 1, 2, 7, 6, 4. Кама, ты третий. 8, 9. 1, 2, 3, 4. Кама, ты третий, короче? Анозер 9, а не фейс. 7 Синдор, 8 я, 0. Окей, фейс 10. 5, 1, 2. Кама 3. Кама 3. Хоксис 4. Джиэль 5. Кен 6. Синдор 7. ДМС 8. Фейс 9. Ой, фейс 10, а 0 9. Все. Че, кому там, блин? Кого? Триню? Скипетор. Жезл. А, да, он со стороны теперь тебя. Там у них одинаковый, пусть пароль. Жезл, блядь, Жезл! Это же Жезл! Да похуй вообще. Можешь третий идти, и там больше дашь мозг. Бля. Я почил. Обожаю Жезл. Рыбу ставлю, хавайте, у кого там не хватает. Есть третий, короче. Эвил, а ты что, не хочешь? Хочешь. На фурик все заберу. Место вот это чешуйка, судя, блядь. Отдай его. А что, Сахар не отдали, да? Кого? Жезл. Мой жезл, блядь. Мой. Убьешь? Давайте убьем и перерыв. Обожаю жезлы. Посмакуйте немного их с урона, плюс 0, пожалуйста. Так, а что я там захожу, квад? Я говорил, не Ашер, нет? Блять, заходим, поехали. Быстрее, заходим. А, подожди, бля. Зайдите, пост пульнулся. У нас дебаф немного. Жак. Похуй. Да, 7 секунд. Похуй, с критом пойдет. Мерика, не заходите пока. 3 секунды. Хотя он, да, пройдет сейчас. Похуй. А что напуляется, не мог понять? Нет, не захочешь. Блять, там няшер был, нет? Ну там вроде все поставили, меня там нету, я хуй знаю.
Я СМЛ в третий отправил. Раз, два, три, четыре. А, СМЛ заходит в третий? Да-да-да. А, ну все тогда. Заспаунили? Это я. Все. Пускай будет. Вот этого ближнего будем бить. Чтобы быстрее. Вот видишь, уже шесть. Один остался. Этот последний спавнится. Старайтесь прям быстро его залить, чтобы не было лишнего. Поехали. Хуярим его. Должны успеть. Там плюс ноль, что ли, башня? А, нет, Ори, мы... ХП свое глянь. Да я что-то, блядь, это... Все столбы посмотрел, а Тори мы последний посмотрел. На второй возик. Или на... Потому что больше щупальца было, блядь, на свободе, нахуй. Хотя нам похуй. Выбить. Через 25 дней. Блядь. Нам похуй, вот в том-то и дело. Это пацанчика вам послабее будет потно. Продать? Я могу просто деньги взять. А где этот разлагающий? Текстуре? Средняя щупальца, походу, в текстах. Понятно, череп. Череп подойдите. Пиши, есть. Ёбаный босс, просто смешной, блядь, до сих пор не починен. Да они геодату не могут починить, из-за этого хуйня такая. Не-не-не, есть, скажи, есть. Зато стену возле камня сделали. Череп. Череп. Сейчас будет этот удушающий, далеко не уходить друг от друга. Порталы 7 секунд. Егора выбить? 7 секунд порталы по местам. А, бля, мэйби заходит, нет? А, все, отлично. Разлагающий. Вон большое большой сзади разлагающее. А, разлагающее не в текстуре, вот оно. Другое. Лучи. А, лучи там второе. Еще одно. Лучи, лучи. Все порталы зашли? Выбить? А, там блок. Иди ко мне, брать. Идем большое, к большому миле. А где Жека зух? Ну, пока что вроде нет. А, понял. СМЛ кинешь мне на третьей фазе плюс где-нибудь? Окей. Жека, ты где, братик? А он писал, что он отойдет. Походу. Пацаны без хита будут бить. Им плохо. Ну да. Жека, объявись, да. Объявись. Блять. Сись. Объявись и объявишься. Егор Бернева возле входа валяется. А череп, 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 череп. Сука, стоят, хуярят. Там черепом похуёвыч. Так, это ж... Похуй. Лично там, мне похую. Я вообще не понял, что это не имеет там виду. Портала 2 секунды. Ребав, дайте по пристам. Пидорас. Осуждаю. Эльдар, там в чате на стриме спрашивают, что делать. Че? А? Че? Че надо? Что надо, чтобы в гильдию попасть? Там есть какой-то дискорд, я не ебу в душе. Явка, дискорда, скинь дискорд. Жопу откуда скинуть? Я его жопу это я возьму. Я же не знаю этот дискорд. А где большой? А, вон, сзади череп, большой. Пойдите. Идем бить? Да. Да нет, похуй, пусть стоит. Типа. Ну, да, да, ну типа нам похуй. А пацаны по нашему стриму тактику учат, и что? Они я убить хотят? Дискорд. Вдруг там это какая-то гильдия Энзо. Ебать, мы рекламу сделали, сегодня людей пишет, блядь, сразу. Быстрее. Лучше, чем спамишь, блядь, нахуй. Отойдите от большого. Что-то вы так стримить мало снесли. Надо чаще получается. Что-то так мало снесли сейчас.
Я думал, ботов не было. Я думал, за три комнаты, блядь. Бежали медленно. А будет это быстрое убийство? Минута 30. Переведете в следующую? В следующей жизни. Выбить. Что это такое? Кто стоит милитом? Разбивание просто. А кто стоял там, блядь? Не я. По стриму. А, это войско ДК, я вижу. Вот у меня только что исчезло. Поднимешь Хоксис потом, еврей? Кто мой портал забрал? Какой? Кто из ДК вызвал войско? Череп. Локи? У меня не на коне. Ну, Филима, тогда ладно. Тоже не на КД. Хорош, Ян. Лучше. Бомжи большое. Вызывают, бомжи вызывают только на третьей фазе. Большое. Пойдем, Бенви, вон туда чуть-чуть. Ну, типа, чтобы между быть. Еврей, Бэрни, где еврей валяется? Я не вижу его. Он за боссом. За боссом, если что, еврей. Где якорь этот? Вы сейчас переведете, нет? Нет, да? Понял. Это, ну, да. Типа 10% 10 секунд. Да, навряд ли. Не, навряд ну, ли. Доты на... Выходите. 2%. А, чё? Я, короче, к порталу подошел, он у меня, наоборот, да, серый стал. Да, у меня тоже там порталы серые становятся, я понял. Ну, сори, как бы. Угу. Дар душ. Не впервые. Убейте его. Убейте его. Какой портал был? 5-й. Это в центре и справа. Кама, ты? А ладно, не надо, зачем там, блядь, 2% у босса. Да убейте его, блядь. Так где я он? Внизу еще. Он снизу, череп. Он сейчас там убьет пацанов. Да, блядь, ну, вроде стрейфнулся уже, думал, хватит. С этим черепом. Да, там, блядь, мне стрейфа не хватило, не знаю, миллиметраж какой-то ебаный. Большое вылезло сзади. Пиздец. Не бейте, не бейте, не бейте, не бейте мозг. Вообще не трогайте. Идем большое. Просто не трогайте. Сен. Я выйду. Выйдите, выйдите, РДД. Два человека. Останьтесь, Синдор и Ян. А есть БР в ком? А, не, нельзя же БР, потому что, блядь. Только Ян с Синдором останьтесь, остальные все выходите. Бейте все большое. Быстрее. Тут танч. Да, да, сбоку будем стоять. Отойдите от большого только. Милишник. Она встанет сейчас. Переводите. 5 секунд. Переводите, переводите босса. А вы все вышли, что ли, да? Че, блядь? Это Рух. Лучи. Че это было, нахуй? Милики, вы Рух. А ты хочешь, чтобы мы за 3 секунды тебя перевели босса? Там а че, вы не видите таймер? Там 30% было у босса, у мозга. Ну. 31. Лол. Доходите. Опять у меня пет куда-то пропал. Ну, ёбаный сыр, блядь. Давайте переведите быстрее, пожалуйста, чтобы... Синдора было... выбить? Не было второго. Большого не было. Блядь, хилю его. Черт. Если большой опять выйдет, это пизду нахуй. Это долго будет, пиздец. Да ладно, его убьем. Все, перевели? Все, не вышел. Ладно. Вернулись. Учи аккуратно. Сакра готов? Я да. Дай мне на всякий случай, Алан, yeah. Не надо. Балбес, дай мне СС на всякий случай. А, и мана надо же. У кого третий аур? У кого третий аур? Не у меня. Изикатка. Пацаны? Понял. Блядь. Не у меня точно. Я забрал. Стоп, сори, я записал. Я понял, следующее было. Будет? У тебя сейчас? Да, я буду, да. Будет, я дам. Будет, я дам. Я дал, я дам, я, у меня третий. Понял. Собирай. Собирай, Кен. Все нормально.
12 нужно? Забери. Катк. А здесь он наверное, здесь не продается, это дорогой. Быстрее. Я эти магазины гребаные забираю. Вот не нужно. Не будет. На следующий будет должно, да? Не знаю, 40 секунд когда еще. На не будет. По таймеру должно быть типа 45 секунд или сколько, или 50 секунд. Не будет. Это плохо. Я успел. На следующее будет, наверное, 15 секунд. Да давай. Не, не будет. Чего? Да, СМЛ, я ее ни разу не уронил. Осколок! Осколок! Спасибо. Спасибо. Вы че, их все равно плюс один убили? Прикинь! Теперь осколок еще. Ебаный рот, блядь. Ну, слаголон собрание, может, еще, конечно, упадет, хуй знает, если малголон убьем, конечно. Все, перекупим. А какая разница? Там же, чтоб делать, надо еще йога плюс один убить. Прикиньте, пацаны, мы втроем Эвила обогнали. Все, Эвил не топ. Че там? То, ну, то есть один... Вы сейчас собрали не смаковать, ребят? Сегодня, но не сделаешь уже. Эльда. Йога. Да, блядь. Свои гнилые отмазки-то оставь. Отдавать куда? Кому? Че? Че ты линканул? Ну, блин, смотри за утом, плечи. Токены, что ли, плечи? Ап. Ап, мап, пара, пап, пап. Да это все, это начало, блядь. Фейс. Ладно, я чисто за ачивками. А что ты не линкуешь ко мне, че? Да у меня 1026, ну, не с этого, хуёвки. Понял. Ну, мне не нужны, в принципе. Тейвери, сколько кусков? Сколько кусков-то? У меня кисти эти взяты. Т4. Но у меня есть 239 кисти. Хилы тут есть? Тут трэш. Давай, еврей.